А накануне, в День памяти и примирения, на аллее боевой славы зажгли огонь памяти. Провести торжественную церемонию доверили представителям трех поколений. Ветерану Второй мировой войны Виктору Варвашене, волонтеру полевой почты в зоне АТО Сергею Мандолине и воспитаннику областного лицея «Защитник» Олегу Грицуну. После зажжения огня памяти на магнитной доске выложили пазл в виде голубя. Он символизировал объединение и стремление к миру. После все желающие прикрепили на стенды, установленные вокруг площади Маки, символ Международного дня памяти. Поздравляю всех ветеранов, участников войны. И что, прежде всего с тем, что они дожили до сегодняшнего дня. Ну и здоровья им.